Спасибо за вопрос. Реконструктивные операции на легком позволяют удалить радикально опухоль и выполнить операцию в органосохраняющем объеме, то есть сохранить иногда половину непораженного легкого, которое обычно удаляется в процессе выполнения пневмонэктомии. Рак легкого центральной радикализации, операция выбора при раке легкого центральной радикализации является пневмонэктомией, когда легкое удаляется целиком. Наш подход позволяет сохранить непораженную часть легкого благодаря выполнению сложной реконструкции. Есть особенность белорусского подхода. Мы планируем операцию с применением 3D-моделирования. Мы ее не только планируем, но и контролируем качество с помощью 3D-моделирования и отслеживаем состояние оперированных структур, опять же, с помощью 3D-моделирования. Это позволяет повысить безопасность и качество выполненной операции. Эти клиники являются для нас, в том числе для нас, учителями. Это клиника в Краснодаре, которую возглавляет Владимир Алексеевич Парханов. Это клиника, где торакальные хирурги работают под руководством Владимира Дмитриевича Парханова. Ну и, конечно, клиника и подразделение, которое возглавляет Евгений Владимирович Левченко. Также для нас примером в этой области является подразделение торакальной хирургии, которое возглавляет Олег Валентинович Пикин. Это все наши учителя, наши друзья, с которыми мы общаемся, делимся опытом. Очень рады сотрудничеству. Мне повезло с учителями. Мой учитель, профессор Жарков Владимир Васильевич, он посвятил большую часть жизни выполнению различных сложных операций реконструктивных, которые находятся за пределами того, чему обычно учат и в университетах. Владимир Васильевич опережал время, смотрел на много десятилетий вперед, стремился расширить горизонты хирургического метода, вот, чем он занимался. Также учился в Австрии и в Вене, в крупнейшей клинике, где занимается трансплантацией легкого. Мною была выполнена первая в Республике Беларусь успешная трансплантация легких и стартовала программа при моем участии белорусской трансплантации легких. Поэтому все эти знания мы сейчас собрали вместе и применяем их именно в области органосохраняющей хирургии центрального рака легкого. Это те случаи, когда обычно человек теряет легкое, но благодаря применению вот этих вот знаний, современных технологий, в том числе 3D-моделирования, мы находим возможность, находим какой-то индивидуальный подход к каждому пациенту, который позволяет сохранить большую часть легкого и избежать инвалидности, при этом выполнив радикальную операцию. Онкологический форум «Белые ночи» — это одно из самых престижных, значимых онкологических мероприятий на постсоветском пространстве. Мы очень благодарны за то, что нас регулярно приглашают для участия в этом форуме. Гордимся этим. Очень рады возможности общаться с коллегами, меняться опытом. Огромное спасибо организаторам за это.